Не знаю, с чем это связано, но может сегодня какой праздник в Швеции. Видите, приехал сюда Тиволи местного разлива. Такому в американском стиле развлекуха. Интересно. Я такой не видел. Заметили этот водитель, то есть этот дирижер, который вот это все, механик, который включает, командовал по-английски. И на все в американском стиле. 50-х годов, я так понимаю. Ладно, работа не ждет, надо ехать на ранчо, кормить стадо моих этих быков. Ну и самому перекусить не мешало бы. В общем, вот такая сегодня тут развлекуха. Сейчас у меня зарядка на телефоне кончится, и мы съемку закончим. Да, жалко, прям вот, когда не надо, у меня камера всегда с собой. Когда вот она сейчас бы мне пригодилась, я ее не взял, не рассчитывал на такое мероприятие. Здесь концерт будет сейчас полноценный.